решить уравнение. 25 в степени x плюс 175 умножить на 5 в степени x минус 2 минус 60 равно 0. 25 можно представить в виде 5 в квадрате, и все это в степени x. Плюс 175, 5 в степени x минус 2 можно разбить на 2 множителя. 5 в степени x умножить на 5 в степени минус 2 минус 60 равно 0. Первое, это у нас получается 5 в степени 2x плюс 175 умножить на 5 в степени x, а 5 в степени минус 2, это знаменатель получается, 5 в степени 2 минус 60 равно 0. 175 и 5 в квадрате можно сократить. Здесь получается 7, здесь 1. В итоге у нас получается 5 в степени 2x плюс 7 умножить на 5 в степени x и минус 60 равно 0. Сделаем замену переменной. Пусть t равняется 5 в степени x. Тогда t квадрат будет равняться 5 в степени 2x. Заменим. Получается t квадрат плюс 7t минус 60 равно 0. Решаем через дискриминант. Дискриминант. b квадрат, это будет 49, минус 4 умножить на 60 со знаком минус. В итоге получается 289. t12 равняется минус b минус 7 плюс минус 289, это 17 в квадрате. 17 деленное на 2, а 2. t1 равняется, если идти по знаку плюс, тогда у нас получается 5. Если идти по знаку минус, минус 24 вторых. Здесь можно сократить, получается минус 12. Вернемся к старой переменной. 5 в степени x равняется 5. 5 в степени x равняется минус 12. Из первого мы можем сделать вывод, что x будет равняться 1. А второе уравнение не будет иметь корней, так как 5 в любой степени будет больше 0. Ответ: x равняется 1. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывай подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх.